Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать всех, кто в этом зале, и очень надеюсь, что в процессе нашего обсуждения этой тематики, очень важный зал наш будет переполнен, и негде будет даже людям встать в проходах. Поскольку тема, которая сегодня является предметом нашего обсуждения, она крайне важна. Мы будем с вами говорить о липидснижающей терапии у самой крайне высокой группы сердечно-сосудистого риска – это пациенты после перенесенного острого коронарного синдрома. Мы поговорим о новостях доказательной медицины, мы поговорим с вами о новостях в рекомендации, которые недавно озвучены на Европейском конгрессе кардиологов, и обсудим, как реально эти рекомендации можно воплотить в нашу жизнь. У нас, я надеюсь, будет время для обсуждения. Не затягивая вступление, я передаю слово Марату Владиславовичу Ежову. Эволюция подходов к липидснижающей терапии у пациентов, перенесших острый коронарный синдром. Что же дальше, Марат Владиславович? Глубоко уважаемая Ольга Леонидовна, уважаемые коллеги, добрый день. Я рад, что мне выпала честь открыть этот важный и интересный симпозиум. И, конечно же, начну с самого нового, самого горячего, то, что мы чему мы стали свидетелями буквально в начале этого месяца, это европейские рекомендации поведения дислипидемии. Вкратце, как вы уже наверняка знаете, произошло смещение в сторону более низких значений у всех категорий риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 1,4 для категории очень высокого риска, вот здесь они перечислены. 1,8 для высокого, также характеристики, и 2,6 для умеренного. Только для низкого риска остался прежний уровень холестерина ЛНП, менее 3 ммоль на литр. В чем принципиально важное отличие? Как ни странно, в одной букве «И». Если раньше нужно было достигать абсолютных целевых значений или процент снижения от исходного, то теперь «и». То есть мы стремимся к целевым значениям как с абсолютной точки зрения, так и с относительной, так и с относительным снижением. Это раз. И сразу же перейду к новизне в рекомендациях по липидснижающей терапии острого коронарного синдрома у всех больных с острым коронарным синдромом при отсутствии противопоказаний или установленной непереносимости рекомендуется начать и продолжить терапию статинами в высоких дозах как можно раньше, вне зависимости от исходных значений холестерина или липопротеидов низкой плотности. Целевые уровни, которые только что я огласил, мы должны получить уже через 4 недели от старта терапии. И, конечно же, при этом мы оцениваем эффективность, не только эффективность, но и безопасность терапии статинами при необходимости коррекции дозировок. Если на фоне терапии статинов целевой уровень не достигнут, присоединяется эзотимиб, класс доказательности 1, уровень Б, исследование improved, одно единственное, поэтому уровень Б. И, соответственно, не стали европейцы выделять категорию очень высокого риска, крайне высокого риска, экстремального риска, но сделана оговорка, что если это повторный острый, ну, как правило, у нас все-таки больные с повторными острыми коронарными синдромами попадают, то целевой уровень холестерина ЛНП должен быть менее единицы, правда, класс доказательности 2Б, уровень Б. Итак, также предложена таблица расчета достижения целевого уровня с точки зрения относительного снижения холестерина ЛНП. Мы видим, что статины позволят это сделать, позволяют снизить на 50% в режиме высокой интенсивности, но по старым нормам мы знаем, что, к сожалению, как такая терапия позволяет добиться крайне у небольшого процента лиц с острым коронарным синдромом. И вы видите, что 37% в рамках исследований improved, то есть исследования, где больные четко были привержены терапии, были дисциплинированы, все равно 37% оставались вне целевых значений холестерина ЛНП. И мы понимаем, что с новыми значениями
новыми целевыми значениями, это будет еще сложнее сделать, и мы должны использовать какие-то принципиально новые механизмы достижения. Итак, присоединение изотимиба позволит в среднем на 65% снизить уровень холестерина ЛНП, и следующая принципиальная новизна исследований, также класс доказательности 1, это ингибиторы, присоединение ингибиторов PCSK9 у больных с острым коронарным синдромом. И вот еще новизна, это класс доказательности 2А, что можно рассмотреть применение ингибитора PCSK9 уже в стационаре во время индексной госпитализации по поводу острого коронарного синдрома. Соответственно, введение мощного агента потенциально будет способствовать быстрой стабилизации атеросклеротической бляшки, ответственной за развитие этого события. Сами по себе ингибиторы PCSK9 снижают на 60% в тех случаях, когда это двойная терапия с участием статинов и ингибитора, 75%. И, наконец, тройная гиполипидемическая, гипохолестериномическая терапия, снижение холестерина ЛНП на 85%. Это, конечно, колоссальный прорыв, которого мы становимся свидетелями сегодня. Доказательная база более низкого целевого уровня холестерина ЛНП – это все исследования со статинами, когда выделяли специально подгруппу лиц с более низкими, уже даже с сегодняшней точки зрения, достигнутыми целевыми уровнями холестерина ЛНП, и получали снижение сердечно-сосудистых осложнений на 30%. Исследования Improved и два ключевых исследования с ингибитором PCSK9, эволокумаб, это Фурье, но вы знаете, что там из колоссального количества лиц, 27,5 тысяч больных с перенесенным инфарктом миокарда, было примерно треть, тогда как в исследовании Odyssey Outcomes это были специально отобранные лица с острым коронарным синдромом в сроке от 1 до 12 месяцев. И, соответственно, здесь были получены те самые целевые значения, которые сейчас уже вошли в рекомендации со снижением риска на 15%. Я умышленно не стал переводить этот слайд, просто это цитаты из рекомендаций, где подчеркивается, что снижение холестерина ЛНП ниже прежних целевых значений ассоциируется с меньшим количеством сердечно-сосудистых осложнений. И это можно достигать именно с помощью применения нового класса препаратов. Я напомню вам вкратце об исследовании Odyssey Outcomes. В принципе, шаг между двумя ключевыми основополагающими исследованиями Фурье и Odyssey Outcomes очень небольшой, практически как на скачках, да, бежали ноздря в ноздрю. И дизайн, можно сказать, примерно подобен. Базовая терапия статинами в режиме высокой интенсивности, а сверху в группе более активного лечения присоединение алирокумаба. Частота сердечно-сосудистых ишемических осложнений, первичная конечная точка была меньше на 15%, и по первичной конечной точке исследования абсолютно сопоставимы, но у данной категории больных, у лиц с острым коронарным синдромом, впервые за долгие годы было показано снижение общей смертности, и вы видите, что во всей когорте участников тоже на 15%, но дополнительный анализ тех лиц, которые самые первые включились и получали терапию в течение алирокумабом 3 лет и более, кривые смертности продолжали расходиться, и уже при таком периоде наблюдения, это 8 с лишним тысяч человек, риск смертельных исходов
по любым причинам снижался на 22%. Как это исследование, вначале обратите внимание, исследование по статинам, где было получено снижение общей смертности, конечно, это 4S, но там сравнивали с плацебо, и вообще первое исследование шло сравнение с плацебо, что, естественно, неэтично и невозможно в 21 веке, когда мы тем более имеем дело с такой опасной категорией больных, как острый коронарный синдром. Когда же сравнивались статины уже в режиме высокой интенсивности со стандартным, со стандартными дозировками, изменений по показателям общей смертности получено не было. Не было получено данного снижения и в исследованиях с комбинированной терапией, как в Improve, так и в Фурье. Поэтому Odyssey Outcomes на этом фоне, конечно, выглядит абсолютно уникальным исследованием и является дополнительным мотиватором в назначении этой терапии и применении этой терапии как для практикующих врачей, так и для самих пациентов. Мы не можем же скрыть, наоборот, мы им объясняем, что продолжительность вашей жизни возрастет, умирать вы будете реже, позже, чем, скажем так, ранее, до того, как мы имели этот класс препаратов, до того, как мы имели в своем распоряжении алирокумаб. Что еще важно подчеркнуть, терапия безопасна. Это таргетная терапия, пришедшая в кардиологию из ревматологии, из онкологии, когда влияние на один какой-то субстрат и фактически лекарства, бьющие по одной цели, по холестерину ЛНП, неважно уж даже какой уж этот механизм, не, по сути, не обладая какими-то уж такими мощными плеотропными эффектами. И мы видим, что никаких тревожных знаков за 3 года наблюдения, но максимум до 5 лет наблюдения, мы на алирокумабе не получили. И здесь просто количественные нежелательные явления просто серьезные, по характеристикам приведшие к смерти, приведшие к отмене препаратов, месте введения и какие-то аллергические реакции. А здесь уже конкретные. Ухудшение течения существующего сахарного диабета на алирокумабе не произошло. Прироста новых случаев сахарного диабета по сравнению с плацебо не произошло, не было никаких нейрокогнитивных расстройств, печеночных, и не было увеличения частоты геморрагического инсульта. Как это водится, после основной публикации был проведен анализ дополнительный, потому что, конечно, в таких крупномасштабных исследованиях можно выделять подгруппы больных, особенно опасные подгруппы больных. И этот анализ заранее планировался, поэтому pre-specified, то есть, соответственно, так как это планировалось заранее, а не то, что осенило, и это ретроспективный анализ, то есть фактически это, опять же, очень статистически значимо. Итак, больные с мультифокальным атеросклерозом, или, как еще теперь говорят, мне тоже этот термин нравится, polyvascular disease, то есть много-много сосудов, различных сосудистых бассейнов. Но проблематика периферического или мультифокального атеросклероза не нова, и такой мощный регистр всем хорошо известный, REACH, 20 тысяч пациентов уже более 10 лет тому назад продемонстрировал, что эта группа больных за счет мощной атеросклеротической нагрузки, этого мощного атеросклеротического бремени на весь организм человека, на все его сосудистое русло, дает максимальное количество сердечно-сосудистых осложнений. Здесь это видно. Чем больше поражено сосудистых бассейнов, тем выше частота сердечно-сосудистых осложнений при длительном наблюдении. И исследование Odyssey Outcomes наглядно продемонстрировало, что если мы лечим пациента с однососудистым бассейном,
то различия между плацебо и аллерокумабом не очень существенны. Два сосудистых бассейна, вы видите, кривые встают дальше друг от друга. И, наконец, три сосудистых бассейна, колоссальные различия, причем снижение абсолютного риска, обратите внимание, 1,5%, 2% и, наконец, 13%. Это значит, что достаточно прилечить всего лишь 8 пациентов в течение 2,8 лет аллерокумабом на фоне терапии статинами для того, чтобы предупредить одно сердечно-сосудистое осложнение, и степень снижения относительного риска составляет 36% по первичной конечной точке, напомню, 15% в общей группе и 36% в группе больных с поражением трех сосудистых бассейнов. По смертности еще круче, обратите внимание, вот эти две зеленых кривые расходятся, и нет отличий при однососудистом бассейне, видите, 0,4%, появляются статистически значимые отличия по двухсосудистому бассейну, 1,3, но количество ННТ достаточно велико, и, наконец, более 16% снижения абсолютного риска, и всего лишь 6 больных достаточно пролечить для предотвращения одного смертельного исхода у лиц с поражением трех сосудистых бассейнов. Снижение относительного риска 77% по сравнению с 15% в общей группе. Мы некоторое время назад, наше общество провело анализ данных Федерального регистра острого коронарного синдрома для оценки распространенности тяжелой гиперхолестеринемии, потенциальной семейной гиперхолестеринемии, и оказалось, что каждый десятый человек, который в 2015 году попадал с диагнозом острый коронарный синдром в неотложное отделение, имел признаки возможной или потенциальной семейной гиперхолестеринемии, и в зависимости от исходного уровня холестерина ЛНП анализировалось данное исследование Odyssey Outcomes, но и вы видите, чем выше исходный уровень холестерина ЛНП, тем больше эффективность данного вида терапии в отношении снижения общей смертности, в отношении снижения сердечно-сосудистой смертности, инфаркта миокарда, реваскуляризации и всех сердечно-сосудистых осложнений. Вот так это выглядит в конкретных значениях. Вы видите, что при значениях менее 80 мг на децилитр пограничная, по сути, достоверность снижения на 14%. При промежуточных значениях от 80 до 100 нет отличий. И, наконец, более 2,6 ммоль на литр или 100 уже снижение мощное относительного риска на 24%. Опять же, более выражено, чем в общей когорте пациентов. И вы видите по общей смертности снижение. Именно статистически значимое было получено в группе лиц с исходно более высокими значениями холестерина ЛНП, снижение абсолютного риска, еще раз подчеркну, это общая смертность, почти на 2%. Ну и, соответственно, за счет такого мощного гиполипидемического эффекта от тройной или двойной гиполипидемической терапии с применением ингибитора PCSK9 мы вправе ожидать у данной категории больных с острым коронарным синдромом, безопасного продления жизни, что совершенно выглядит логичным и понятным. Я заключаю, что на сегодняшний день имеется убедительное доказательство пользы от существенного снижения холестерина липопротеидов низкой плотности для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений у больных с очень высоким риском их развития. В настоящее время это получило отражение не только в российских, но и в европейских рекомендациях. Блокада PCSK9 демонстрирует новые шансы продления жизни наших больных. В исследовании Odyssey Outcomes терапия аллерокумабом у больных с острым коронарным синдромом сопровождалась снижением не только риска повторных ишемических осложнений, но ассоциировалась с снижением риска смертельных исходов от всех причин. И терапия ингибитором PCSK9 – это практика сегодняшнего дня. Класс доказательности один. Никого ни в чем убеждать
спорить не надо. На мой взгляд, дискуссия закрыта. Дальше встает вопрос, который сегодня уже в рамках этого симпозиума будет детально обсуждаться, практического обеспечения доступности данного вида терапии. Поэтому наиболее актуальным для клиники является применение ингибиторов PCSK9. Мы должны определить целевые группы, которые получают максимальную пользу, и они совершенно очевидны. Это мультифокальный атеросклероз, быстрое прогрессирующее течение атеросклероза, что нашло отражение в рекомендациях, да, два события за два года, тяжелая первичная гиперхолестеринемия и сопутствующий сахарный диабет. Так что всех призываю к активным мероприятиям по продлению жизни наших больных. Спасибо за внимание. Спасибо, Марат Владиславович. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Сейчас вас забросаю. Марат Владиславович, вопрос в отношении «и». Слово «и» означает, что при любом исходном уровне холестерина липидов низкой плотности мы должны стремиться к 50-процентному снижению. Иными словами, перед нами пациент с ишемической болезнью сердца, перенесший инфаркт миокарда, у которого есть достигнутое целевое значение, ну, во всяком случае, до развития инфаркта, ну, допустим, 1,5. Ваши рекомендации по цели снижения холестерина низкой плотности? Ну, наверное, спасибо большое за этот важный вопрос. Наверное, мы должны это читать таким образом. Если человек получал терапию статинами, имел уровень холестерина ЛНП 1,5, 1,6 и перенес новую катастрофу, значит, для него этот уровень холестерина по-прежнему был опасным. И мы должны снизить на 50%. И, соответственно, ну, мы не должны бояться низких целевых значений холестерина. Об этом нам показало исследование Фурье, где 0,78 в среднем по группе более активного лечения. Поэтому это, опять же, выглядит совершенно логично и ну, руководством к действию для нас должно являться. Еще вопросы? Марат Владиславович, а вот представить себе пациента, который перенес острый коронарный синдром, и, соответственно, мы ему сразу назначаем ингибитор PCSK9. То есть это же не статин-наивный пациент должен быть, это как раз вот о том, о чем вы сейчас говорили. Да? То есть это пациент, который все-таки уже имеет за собой какой-то опыт. Да. Попал в стационар, скажем так, уже получая статин, и к слову, в регистре, который, данных регистра нашего национального, федерального, который мы обрабатывали, 70% попавших в 2015 году уже имели доказанный диагноз атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. То есть вот эти проблемы повторных событий, повторных острых коронарных синдром в нашей стране стоит очень-очень актуально. Ну и смертность от повторного инфаркта высокая. И смертность остается высокая. Ну, я знаю, что по Москве она снижается от повторных инфарктов миокарда. Нам главный кардиолог Москвы это показывала убедительно. В этом, наверное, заслуга сосудистых центров, экстренной ЧКВ. Но глобально-то эту проблему не решает. Мы по-прежнему теряем 900 тысяч в год от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, вклад инфаркта миокарда понятен, это около 7%, да, то есть это получается, у нас около 100 тысяч людей в год умирает от инфаркта миокарда, и для них это должно быть способом для снижение риска и увеличение продолжительности жизни. И, по-моему, больные после инфаркта миокарда имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Да, профессор Скибицкий. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете оправданным на старте уже использовать, по крайней мере, двойную терапию у лиц с заведомо, не с заведомо высокими, с высокими цифрами ЛПНП и заведомо с отсутствием возможного достижения целевых значений при использовании одного препарата, ну, в данном случае статина. То есть насколько вот вы считаете уже на старте, если у больного, допустим, ЛПНП 4,8, 5, ну понятно, на 50-60% на розового статине, допустим, снизит, но все равно мы не достигли. Может быть, уже и на старте используют?
Мне кажется, большое спасибо. Мне кажется, мы должны экипировать наших врачей по всей стране, ну, обновленными нашими рекомендациями, где, конечно, должна быть воспроизведена вот эта таблица расчета относительного риска снижения, чтобы врач легко уже мог с калькулятором посчитать, какого уровня от того или иного вида гиполипидемической терапии он должен ожидать в идеале. И, естественно, при высоких исходных значениях, соответственно, он поймет, что надо использовать сразу мощный класс препаратов в лечении своих больных. Так что в вашем вопросе ответ уже заложен, что надо назначать смелее, потому что в этом все механизмы. И вообще, когда еще мы не получили результатов исследования Odyssey Outcomes, я говорил представителям компании, наверное, это помнят они, что а вот проведите исследования с раннего старта терапии, с контролем хоть какие-нибудь динамики атеросклеротической бляшки, происходит быстрая делипидизация в атеросклеротической бляшке. И, конечно, общее влияние. Надо понимать, что это системное влияние. Любая гиполипидемическая терапия – это влияние на весь организм, на все сосудистое русло. То есть уменьшаться-то будут все бляшки. У нас есть прекрасные клинические примеры, когда мы видим, что даже аторвастатин 80 мг, если человек на низких уровнях холестерина, все уменьшается. Бремя снижается. Снижается бремя, снижается риск, увеличивается продолжительность жизни. Вот та парадигма, на которой мы должны стоять, и я думаю, она будет определена на ближайшие декады. Спасибо. Спасибо. Ну, движемся дальше. Ольга Леонидовна Барбараш, ингибитор PCSK9 у пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом. Максимум возможности улучшения прогноза. Уважаемые коллеги, конфликт интересов мой. И, наверное, в этой аудитории нет необходимости говорить о том, что мы с эндокринологами стали практически единым целым, поскольку вопросы сахарного диабета – это практически вопросы, которые решают сегодня кардиологи. И не случайно все последние рекомендации, которые вышли из-под пера экспертов российского общества кардиологов, европейского, американского, они имеют достаточно серьезный раздел, посвященный вопросам нарушения углеводного обмена у той или иной категории кардиологических больных. Ну и, соответственно, вопросы, которые обсуждают эндокринологи, а их руководство содержит внушительный раздел, посвященный ведению пациентов сердечно-сосудистой патологии. И это не случайно, поскольку показатели смертности у пациентов с сахарным диабетом в первую очередь связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как у мужчин, так и у женщин. Но мы говорим сегодня о пациентах с инфарктом миокарда, и это, наверное, самая яркая группа пациентов, которая отражает бремя коморбидности сахарного диабета во все эры. Использование самых передовых технологий в лечении пациентов с инфарктом миокарда, увы, не стерло разницы в показателях госпитальной летальности, смертности у пациентов, имеющих и не имеющих сахарный диабет. И вот последние столбики – это группа пациентов, которые уже подвергаются чрезкожным коронарным вмешательствам, но и чрезкожное коронарное вмешательство оставило вот эту дельту между смертностью у пациентов, имеющих сахарный диабет и не имеющих сахарный диабет. Еще одна интересная закономерность, о которой говорят последние регистры, я приведу данные шведского регистра 20-летней давности, который отдельно проанализировала судьбу пациентов с ОКС без подъема сегмента, с подъемом сегмента СТ. Но наиболее ярко проблема коморбидности выглядит именно у пациентов с ОКС без подъема сегмента СТ. Мы видим то, что несмотря на увеличение агрессивности лечения этой категории пациентов, а мы действительно начали лечить, но во всяком случае в Европе, абсолютно точно лечить агрессивно эту категорию пациентов. Мы проводим чрезкожные коронарные вмешательства, мы назначаем агрессивную антитромбоцитарную терапию, мы как будто бы научились назначать статины. Обратите внимание, показатели госпитальной 30-дневной смертности-то остаются абсолютно одинаковыми, последние 10 лет никуда не двигаются.
Эксперты задумались, в чем причина вот такого, скажем, отсутствия ожидаемой динамики показателей смертности, и обратили внимание на то, что растет доля пациентов с коморбидной патологией. Причем наиболее ярко это проявляется именно у пациентов с УКС без подъема сегмента СТ. И в первую очередь увеличивается доля пациентов с сахарным диабетом. За последние 20 лет среди этой категории пациентов доля пациентов с сахарным диабетом увеличилась практически на 25%. Чуть меньше у пациентов с УКС с подъемом сегмента СТ. Ну и, конечно, другая коморбидная составляющая, ХОПЛ, злокачественное новообразование, дали достаточно большой прирост в эти годы. Безусловно, сахарный диабет отложил отпечаток и на сохраняющиеся высокие показатели смертности у этой категории пациентов. Мы все прекрасно знаем, что сахарный диабет – это клеймо в отношении неблагоприятного прогноза. Но, увы и ах, мы не научились до сих пор своевременно диагностировать. К сожалению, в 50% случаев сахарный диабет остается недиагностированным. Достаточно часто в наши клиники поступают пациенты с впервые развившимся проявлением ишемической болезни сердца, у которого мы выявляем уже макрососудистые осложнения сахарного диабета. Поэтому никто не отменяет оценку всех проб, которые позволяют оценить наличие у пациента сахарный диабет, гликированный гемоглобин, проведение парорального теста толерантности глюкозы. Почему? Да потому что мы знаем, что сам факт выявления сахарного диабета однозначно ассоциируется с неблагоприятным прогнозом, поэтому этот пациент с острым инфарктом миокарда встает на ступень выше в отношении риска развития неблагоприятного прогноза. Я приведу данные европейских и китайского регистра, которые показывают совершенно потрясающие цифры о том, что пациентов без нарушения углеводного обмена очень мало. Европейцы говорят, что всего лишь 40% пациентов не имеют нарушения углеводного обмена. Китайцы утверждают, 21% не имеют нарушения углеводного обмена. Но и это вполне вписывается в ту концепцию, которая сегодня показана в рамках исследования Nation. Мы об этом очень много говорим. Исследование Nation, смысл которого заключается в том, что 26 тысяч людей, проходящих, так скажем, мимо станции, которая способна оценить уровень гликированного гемоглобина и оценить уровень глюкозы, оценивает истинное распространение всех нарушений углеводного обмена в популяции. В рамках этого исследования было показаны очень важные результаты, которые говорят о том, что сахарный диабет и нарушение углеводного обмена в нашей популяции не диагностируются своевременно. Вы посмотрите, фактическая распространенность сахарного диабета 5,5%, а по данным госрегистра, которые отчитываются все области, всего лишь 2,5% наши пациенты не знают о том, что у них есть сахарный диабет. Поэтому эта ситуация должна быть, безусловно, налажена, и в первую очередь для пациентов, имеющих уже ишемическую болезнь сердца и в первую очередь инфаркт миокарда. О том, что пациент с инфарктом миокарда должен быть оценен на предмет скрытого сахарного диабета и нарушения толерантности к глюкозе, говорят очень многие исследования. Мы видим исследования Джейми, шведские регистры, но, к сожалению, вот в отечественной кардиологии это не нашло столь важного акцента, увы, до сих пор. Врачи, выписывая пациента на постгоспитальный период, считают, что этим будет заниматься врач амбулаторного звена, а врач амбулаторного звена, принимая пациента после выписки из регионального сосудистого центра, считают, что если уж в РСЦ или в ПСО не обнаружили и не провели тест на наличие скрытого сахарного диабета, нарушение толерантности к глюкозе, то почему они должны заниматься этим вопросом в амбулаторных условиях? Но вот наша клиника достаточно давно занималась этим вопросом и в научном плане, и в клиническом. И уже в 2010 году, до появления рекомендации 2013 года Европейского общества кардиологов, мы оценили истинное выявление нарушения углеводного обмена вот нашей сибирской популяции. Здесь не очень много пациентов, но весьма показательные результаты. Пациенты, не имеющих в анамнезе указание на нарушение углеводного обмена. На 8-14 сутки мы всем провели параральный тест толерантности к глюкозе и получили абсолютно такие же данные, как европейцы. Всего лишь 44
4% пациентов не имели каких-либо нарушений углеводного обмена. Важно подчеркнуть и то, что пациенты с сахарным диабетом, впервые выявленным, и с нарушением толерантности к глюкозе имели однозначно хуже прогноз по сравнению с пациентами, у которых не было нарушения углеводного обмена. Мы не единственные, кто об этом сказал. Об этом сказали очень многие исследования. Вот одно из европейских исследований, показавшее, что да, действительно, пациенты с сахарным диабетом живут мало, да, но если у пациента впервые выявляется сахарный диабет в период госпитализации, то этот пациент имеет значимо хуже прогноз по сравнению с пациентом, у которого таких нарушений не выявлено. Мы с вами любим пользоваться шкалами. Для больных с острым инфарктом миокарда наиболее популярной, во всяком случае с ОКС без подъема сегмента СТ, является шкала ГРЕЙС. Я обращу ваше внимание на то, что практически во всех шкалах, оценивающие риск ишемических событий, присутствует факт наличия у пациента сахарного диабета. Вот только со шкалой ГРЕЙС мы как-то промахнулись, там сахарного диабета не оказалось. Но мне интересно, показались исследования, которое было в прошлом году опубликовано на страницах European Heart Journal, где к шкале ГРЕЙС присоединили уровень гликемии после теста, двухчасового теста с нагрузкой. И оказалось, что чем выше уровень, вот этого, уровень гликемии, тем хуже прогноз у этой категории пациентов. Это еще раз акцентирует внимание на то, что сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе мы должны оценивать на госпитальном периоде. Инсулинорезистентность приводит к тому, что бляшки пациентов с ишемической болезнью сердца, они являются тонкостенные. Вообще считается, что сахарный диабет – это болезнь взрывающихся бляшек. Посмотрите, чем выше уровень инсулинорезистентности, тем чаще мы выявляем тонкостенные бляшки, тем тоньше покрышка в этой бляшке, в любой момент она может разорваться. Наши данные внутрисосудистого ультразвука. Пациенты одинакового возраста. Один имеет сахарный диабет, а другой сахарного диабета не имеет. И обратите внимание, вот эта тонкость бляшки, покрывающей, тонкость покрышки, покрывающей бляшкой, и практически интимное прилегание ядра бляшки к просвету. Повышение давления, факт курения и разрыв этой бляшки. Очень много факторов, которые дестабилизируют пациента с сахарным диабетом. Очень много патогенетических механизмов, которые приводят к развитию острых сосудистых катастроф. Но нарушение липидного обмена является, наверное, самым важным. Есть масса исследований, которые показывают о том, что холестерин липопротеинов низкой плотности способен запускать проагрегантные эффекты тромбоцитов. Поэтому, говоря о пациенте с сахарным диабетом, мы видим, наверное, самое острие высокого, экстремального, можно сказать, еще более крайне экстремального риска развития сердечно-сосудистых событий. А чем выше риск событий, тем мощнее должна быть вторичная профилактика. Поэтому вполне закономерно мы говорим о том, что чем больше красноты, тем больше агрессии должна быть предпринята у такого рода пациентов. В рамках Европейского конгресса были представлены два очень важных обновления современных рекомендаций. Это рекомендации по ведению пациентов с нарушением углеводного обмена, с сахарным диабетом. И нам представили позицию о том, что пациент с сахарным диабетом, имеющий установленное сердечно-сосудистое заболевание, это пациент очень высокого риска. Нет понимания экстремального риска, да, в этих рекомендациях, но я думаю, достаточно озвучивания вот такой позиции очень высокого риска пациент с наличием сердечно-сосудистого заболевания. И есть указание о том, что пациент, имеющий сахарный диабет, должен достичь целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности менее 1,4. Для больных в рекомендациях по нарушению липидного обмена появляется еще слово «и», но цифра 1,4 звучит также убедительно. Итак, у нас новые цели, у нас новый путь движения к этой цели.
То, что сегодня сказал Марат Владиславович, я хочу еще подчеркнуть. Почему? Потому что достаточно часто мы бездействуем, когда пациент поступает на фоне случившегося ранее инфаркта миокарда с новым ишемическим событием. Мы видим, что холестерин как будто нормальный, и умываем руки. Мы считаем, что сделали все для того, чтобы жизнь продлить этому пациенту. На самом деле, пусть рекомендации пока не очень высокого уровня, но тем не менее, они должны нас сподвигнуть на то, что у этой категории пациентов, у пациентов с злокачественным течением атеросклероза, мы должны добиваться еще более низких значений холестерина, липопротеидов низкой плотности. И на мой взгляд, то, с чего начал Марат Владиславович, оно для нас должно выглядеть вот как настольной книгой. Чем выше риск, тем более жесткие цели, тем более низкие значения холестерина, липопротеидов низкой плотности мы должны добиваться. Я не случайно спросила Марата Владиславовича в отношении того, будем ли мы снижать уровень холестерина низкой плотности у пациентов, который пришел к нам с нормальными значениями, но с новым инфарктом миокарда, будем снижать. Не до нуля, но будем снижать. Чем добиваться? С банального начну, конечно, с адекватных доз статинов, которые сегодня есть и которые мы можем работать. Надо сказать, что если дозы не оптимальные, то мы снижаем риск развития сердечно-сосудистых событий, но на 15%. Если дозы оптимальные, то мы добавляем вот к этому снижению риска еще дополнительно 9%. Я напомню вам всем известное исследование IMPROVE-IT. Снижение на 0,4 ммоль на литра. Мы видим, да, это снижение. И пусть минимальное, но еще дополнительное снижение риска развития сердечно-сосудистых событий на 6,4. Вот так понемногу мы снижаем риск развития неблагоприятных исходов. Именно в этом исследовании показано, что группа пациентов с сахарным диабетом, группа крайне высокого риска, имеет максимальные преимущества от агрессивного снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. Мы любим оценивать, как мы следуем рекомендациям. Но вот на этом слайде Евроспайр-4, но сегодня уже есть данные по Евроспайр-5. Их Нана Вачиковна приводит, и уже публикации есть. Практически ничего не меняется. Процент пациентов, которые достигают холестерина липопротеидов низкой плотности, но здесь цифры 1,8, минимально. Вы посмотрите, всего лишь 28%. А если мы поставим цели 1,4, я боюсь даже представить, какой это процент. Поэтому то исследование, о котором сегодня идет речь, которое мы сегодня бесконечно цитируем, исследование ОДИССЕЙ, мне очень приятно говорить об этом исследовании, поскольку и наши пациенты кемеровские приняли в этом участие, и мы считаем, что, в общем-то, внесли посильный вклад в продвижение идеи о снижении сердечно-сосудистого риска, это действительно заслуживает внимания. И в рамках этого исследования, помимо пациентов с мультифокальным атеросклерозом, вот этой линии, было запланировано исследование в отношении пациентов с сахарным диабетом. Я, кстати, вот слушая Марата Владиславовича, понимала, что это пациенты с мультифокальным атеросклерозом, это, как правило, это и пациенты с сахарным диабетом, они наверняка пересекались. Так вот, каким образом проявились эффекты у пациентов с острым коронарным синдромом и сахарным диабетом? Вспомните, как много этих пациентов среди нашей популяции. Абсолютно традиционное определение сахарного диабета, преддиабета и, соответственно, норма гликемии. Абсолютно твердое понимание о том, что такое впервые выявленный сахарный диабет, со всеми критериями впервые выявленного сахарного диабета в исследовании ODYSSEY Outcomes и все те же самые цифры. Вы посмотрите, что норма гликемия выявлена практически всего лишь у 30%. Если бы я ранее не слышала свои данные и данные европейских и китайских регистров, я бы удивилась и, наверное, усомнилась. Но это абсолютно повторение тех закономерностей, которые сегодня озвучены во всех больших регистрах. Мы не довыявляем пациентов с сахарным диабетом. Вполне закономерно, пациенты с сахарным диабетом и преддиабетом имели худший портрет. Это были в большей степени пожилые люди, женский пол, с ожирением люди, но и имеющие триглицериды, это тоже свойство пациентов с нарушением углеводного обмена. И вот те потрясающие результаты, о которых мне бы хотела сказать и подчеркнуть, что использование алирокумаба,
как у пациентов с исходной нормой гликемии, так у пациентов с выявленным преддиабетом и сахарным диабетом сопровождалась очень серьезным снижением уровня холестерина липопротеидов низкой плотности на 64-65% от исходного. Увеличение, небольшое увеличение холестерина липопротеидов высокой плотности и снижение триглицеридов. Кстати, крайне важная позиция для пациентов с сахарным диабетом. Частота событий в группе плацебо, она тоже вполне предсказуемая. Сахарный диабет и очень высокая частота развития сердечно-сосудистых событий, смертельных исходов от ишемической болезни сердца, нефатальных инфарктов, ишемических инсультов. И вот эффекты от использования аллерокумаба. Эффекты действительно впечатляющие, поскольку снижение абсолютного риска на фоне использования аллерокумаба действительно серьезное. У больных с сахарным диабетом снижение абсолютного риска 2,3. У пациентов с нормогликемией, у пациентов с преддиабетом эти эффекты были сопоставимы. Вот этот слайд был озвучен в большом зале на Европейском конгрессе кардиологов. И мне было, вот, так скажем, приятно видеть этот слайд, поскольку мы на сегодняшний день видим вполне понятный реальный режим управления риском у этой категории пациентов. Что касается в отношении уровня гликированного гемоглобина, очень важный момент с позиции того, что мы с вами столкнулись с вероятностью увеличения риска развития сахарного диабета у пациентов, принимающих статины. Но следует подчеркнуть, что на фоне аллерокумаба не было повышения ни уровня гликированного гемоглобина, ни уровня глюкозы. Они абсолютно такие же показатели были, как и в группе плацебо. Ну и, соответственно, частота случаев впервые выявленного сахарного диабета на фоне терапии аллерокумаба была абсолютно сопоставима с группой плацебо. Поэтому, подводя итог, я хотела бы остановиться на двух главных целях, которые мы достигли, в том числе и мы, в рамках исследования «Одиссей». Первое, еще раз общественность была поставлена кардиологическая перед важной задачей своевременно выявлять пациентов с нарушением углеводного обмена и в частности с сахарным диабетом. И второе, то, что у нас появляется действительно инструмент для снижения риска развития сердечно-сосудистых событий у этой крайне высокой категории пациентов крайне высокого риска. И я свое выступление хотела бы закончить все тем же слайдом, который сегодня вы уже видели. У пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска при сохранении повышенных уровней холестерина липопротеидов низкой плотности, несмотря на терапию статинами, максимально переносимых дозов в комбинации с зетимибом или при наличии непереносимости статинов, рекомендованы ингибиторы PCSK9, что имеет очень высокий уровень доказательности 1А. Я благодарю вас за внимание. Так, большое спасибо, Ольга Леонидовна. И, пожалуйста, вопросы. Ольга Леонидовна, а все-таки почему в медицине такой парадокс? Вопрос философский. Чем тяжелее пациенты, тем менее агрессивнее мы их лечим. Философия. Вы знаете, я думаю, что с нарушениями липидного обмена вряд ли это, можно сказать, вот так ярко проявляется. Хотя, на мой взгляд, пациент тяжелый – это, как правило, пациент коморбидный. И не назначая действительно вот агрессивную терапию, мы, по-видимому, опасаемся тех побочных явлений, которые связаны с этой агрессией. Очень ярко это проявляется, в частности, в антитромбоцитарных препаратах. Я думаю, что в липид снижающих, наверное, этот же закон работает. Ответила на вопрос? Философский. Дальше все как раз идет по регламенту. И на следующий блок у нас 40 минут запланировано. Да? Так. Как инновации приблизить пациенту? То есть сейчас мы будем обсуждать опыт организации медицинской помощи пациентам
с атерогенными нарушениями липидного обмена. И начнет профессор Дупляков Дмитрий Викторович из Самары. Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, когда к нам приходят новые студенты, мы говорим о том, что если экстраполировать вообще всю ситуацию и отрешиться от сегодняшнего, вот прекратить какие-либо клинические исследования, вообще остановить весь прогресс, если мы хотя бы внедрим то, что мы уже наработали, а мы с каждым годом все получаем более новую информацию и так далее, уже эксперты начинают не успевать следить за развитием, уже субэксперты, субспециальности появляются и так далее и тому подобное. Мы когда сами учились, помните, в институтах, в университетах, нам говорили, что вы специалист по левому уху, специалист по правому уху, специалист по складке левого, мочки левого уха теперь появляется, который об этом должен знать. Так вот, в действительности, наверное, мы как-то, опять же, это возвращаясь к философскому вопросу, мы как-то замедленно вводим все в клиническую практику, и наработано это уже гораздо больше. И действительно, наверное, перспектива в конечном итоге – это не всеобщее знание. Это на этом этапе – это создание каких-то excellence-центров, да, центров, где будут концентрироваться наиболее тяжелые пациенты в плане снижения возможности, снижения смертности, увеличения их продолжительности жизни, улучшения качества жизни. Потому что все остальное в течение какого-то ближайшего времени, мы это видим прекрасно, заменит уже и система искусственного интеллекта. Они уже по многим направлениям существенно лучше обычного среднестатистического врача. И я уверен, что это вполне достаточно ближайшая перспектива, и не так все это сложно. Но это конфликт интересов традиционные. Чего у нас нет практически, наверное, и, ну, я очень надеюсь, хотя и серьезно сомневаюсь, что вот эта вот объявленная цифровизация нашей медицины, она все-таки создаст предпосылки к тому, что мы будем иметь какие-то массивы данных. Вчера красиво показывала Барбара Красадей, но она же не рассказала, сколько денег на это было выделено британским правительством, что вот этот полумиллионный проект анализа пациентов, да, это все стоит хороших денег, но это отдается столице. И, соответственно, опять же, распространенность семейной гиперхолестеринемии. Ну, вот был прекрасный исследование СРФ. А потом-то мы дальше уже сами начали копаться. Кемеров своих пациентов проанализировал. Там, Алексей Николаевич Мешков начал уже объединять сейчас эти данные. Мы проанализировали своих пациентов, то есть у нас получилось там 2% этих людей. Но опять же, это все данные более-менее приблизительные. Ну и, конечно же, все-таки мы, как и большинство других регионов, идем по пути создания липидных центров. У нас липидный центр, он в принципе был уже достаточно давно один из липидных центров. Он был организован еще в 90-е годы в клиниках медуниверситета, но потихоньку, все же зависит от людей, к сожалению. То есть, если есть человек, который тянет за собой воз этих научных и практических знаний, внедряет их в практику, это хорошо. Когда человек уходит, либо он заболевает, соответственно, это уже никому не интересно становится. Ну и маршрутизация, она понятная, острый коронарный синдром. Мы у себя, например, пошли по пути всех пациентов, которые поступают к нам, неважно с каким диагнозом, завязали на лабораторию. И уже по результатам лаборатории каждый день ответственный врач лабораторной диагностики отдавал ответственному человеку все анализы с уровнем холестерина, который превышал определенные значения. И с этими пациентами уже начинали напрямую работать. И вот так родился у нас наш липидный центр в кардиодиспансере. Ну и потом, соответственно, этот тираж стал тиражироваться на другие учреждения. Мы создали это все в 2016 году с такими вот пациентами.
в больнице, областной больнице Середаевны в 2017 году был создан. Кроме этого, еще есть в клиниках медуниверситета липидный центр и в клиниках Реавиза тоже липидный центр. Но мы пошли немножко дальше, мы не стали разделяться, потому что на этом поле всем хватит ягоды, и даже с избытком, и даже мы ее и не собираем всю на самом деле. Мы центрами, этими четырьмя, собрались, выработали показания направления в центр. Причем мы пошли, опять же, минуя Минздрав Самарской области. Мы подписали только рекомендацию министра о том, что они нас поддерживают. Дальше всю регламентную работу мы делали сами. Вообще социальная ответственность врача, она и заключается в том, что он работает не по приказу сверху, а внедряет то, что он узнает новое, сам, своей инициативой. Никто никого никогда не заставит поехать в деревню. Только лишь сам человек, если он захочет это сделать, он туда поедет. Итак, выработали показания к направлению. Что ожидает этих пациентов, которые были указаны в предыдущем слайде? Конечно же, новые коронарные и цереброваскулярные события. Сегодня был один из интереснейших, наверное, симпозиумов по инсультам. И поверьте, кардиологи будут лечить инсульты. Это наши пациенты, и мы их должны лечить. Не неврологи. Неврологи нам должны помогать только на определенном тяжелом этапе жизни этих пациентов. Хотя, я думаю, в дальнейшем все это все равно ляжет на наши плечи. Тем более, что в Европейском обществе кардиологов существует Council on Stroke, да, то есть совет по инсультам, и там работают кардиологи. Совместно, конечно же, с неврологами, но у неврологов своя ассоциация. Но вырабатывают общие подходы, и есть уже общие консенсусные документы. И, конечно же, пациенты с мультифокальным поражением. И таких пациентов, в принципе, становится с каждым годом все больше и больше. У нас огромное количество, это действительно не красное словцо, да, а огромное количество пациентов, которые сейчас выполняют сероваскуляризацию. Никто из сидящих здесь в зале, наверное, и не думал лет 10 назад, что у нас будет такое количество стентирований пациентов при остром коронарном синдроме. Да? То есть у нас на страну это десятки, это сотни тысяч пациентов, а плюс еще плановые стентирования, плюс еще АКШ. И мы уже приходим к той ситуации, когда появляется большое количество пациентов, которым при помощи вот этих процедур мы уже ничего помочь не можем. Они будут привязаны к медикаментозной терапии. Все, пока других технических возможностей где-то что-то открыть им нет, либо даже если можно, то это никак не повлияет на их дальнейший прогноз. Таким образом, у нас увеличивается количество пациентов. Ну и мы разработали единый протокол ведения этих пациентов на, соответственно, ряде визитов. Здесь представлено 4 визита. Что должно делаться, какие обследования. Но я думаю, что для вас ничего здесь нового нет, потому что этим возможностью располагают практически все крупные центры, крупные областные больницы, многопрофильные клиники. И протокол-то, он, в принципе, наверное, стандартный. Только нужно всегда уложить это все в головах тех специалистов, которые будут этим заниматься. С генетическим скринингом немножко, конечно же, я думаю, опять же, как у всех, это страдает. Это второй визит пациентов. Консультация узких специалистов, если необходимо. Соответственно, третий визит. И четвертый визит уже, когда мы решаем, что в финальном исходе у этого пациента возможно сделать. Ну, вот, к примеру, на 1 сентября то, что было с нашими пациентами, пациенты с подозрением на семейную гиперхолестеринемию, вы видите, что этих уже пациентов нет 32, как было исходно в СРФ, а их уже гораздо больше. И вот вся информационная кампания, которую мы делали, а именно в первую очередь в рамках образовательных мероприятий для врачей, и не только для врачей,
а для организаторов здравоохранения, для начмедов и для главных врачей. Они должны понимать, то есть, что существует структура, куда можно направить пациента с высоким риском смерти. Вот первый год было очень тяжело, потому что повторных визитов, я показывал на, по-моему, прошлом конгрессе, их было всего там 15%. Сейчас, по крайней мере, уже каждый третий пациент возвращается к нам, уже нам проще. И вы видите, что, в принципе, целевые уровни-то мы все-таки же достигаем у этих пациентов. У большинства это реально. И общее количество пациентов, вот, которые мы за последнее время в центре наблюдали, то есть практически 1500 пациентов было. Еще один центр, это центр как раз областной больницы Середаевна, Ольга Евгеньевна здесь Абашина, которая его ведет. Вот такая динамика включения пациентов у них и количество пациентов с семейной гиперхолестеринемией. И то, чем как раз Ольга Евгеньевна занималась, пациенты, которые имеют генетические критерии для того, что может быть, высокодозовая терапия будет иметь и ограничения, то есть оценка, соответственно, генотипирования пациентов. До 30% пациентов с острым коронарным синдромом, которые были в центре областной больницы, имели гомозиготный либо гетерозиготный вариант, который, соответственно, может говорить о высоком риске статиноиндуцированной миопатии. И здесь нужно искать другие индивидуальные подходы. Какие еще возможности? Действительно, это пациенты острый коронарный синдром, имеющие инвалидность или сахарный диабет, об этом уже сегодня как раз говорила Ольга Леонидовна. Пациенты, которые не имеют возможности принимать статины среди, в связи с их непереносимостью. Такие пациенты тоже есть, они не единичные, их достаточное количество. И проблемы, которые мы, с которыми мы боремся. Ну, с одной стороны, конечно же, приверженность пациентов к длительной терапии. С другой стороны, несмотря на все наши увещевания, терапевтическая инертность врачей. Проще никуда не направлять и ничего не делать. К сожалению, это там. Так, врачей-энтузиастов не так много, но мы работаем со всеми. Лабораторные исследования. Все-таки ж не каждая лаборатория может быть референсной. И, соответственно, анализы необходимо перебирать, и мы просим всегда при направлении к нам в центр, чтобы были еще и направления на лабораторные анализы. Я уже говорил про отсутствие возможности широкогенетических консультирований. Вот, работа все-таки началась у нас с испанской лаборатории Health and Code. Долго мы все-таки искали этих пациентов, но с этого года они пошли, по крайней мере, в двух центрах или трех уже есть. Проблемы, связанные с администраторами, с чиновниками. Очень сложно убедить чиновника в том, что пациенту требуется, пациенту, не имеющему онкологическое заболевание, либо не имеющему ревматоидный артрит, требуется такая серьезная терапия, о которой мы сегодня говорим. Ну и, конечно же, областной регистр, он обязателен. Хотя какие-то прообразы его есть, поскольку мы уже в центрах договорились ввести этих пациентов ну, в одной приблизительной базе. Какие возможности существуют для использования PCSK9 в нашей практике? Конечно же, это врачебная комиссия, да, то есть врачебная комиссия учреждения, даже не главный кардиолог региона, а именно врачебная комиссия, в составе которой может быть включен главный кардиолог. То есть это можно сделать в любой поликлинике, в любом ЛПУ, где есть врачебная комиссия, туда можно ввести в состав главного специалиста. Если у вас есть главный липидолог региона, то можно его ввести туда, если главный кардиолог, соответственно, его можно ввести. И эта комиссия может принимать решение о необходимости назначения любого лекарственного препарата. В дневных стационарах мы планировали, по крайней мере, в этом году использовать вот эту КСГ дневных стационаров в лечении наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза. И, соответственно, в ряде регионов стоимость тарифа 70 с лишним тысяч, но вот в Самарской области она меньше 60, и получается, что мы физически не можем сюда добавить
ингибитора PCSK9. Если бы это было чуть побольше, вот сейчас мы боремся за увеличение тарифа у себя, с тем, чтобы это было. Либо же другой вариант развития событий, как человек, который написал в своей жизни десятки КСГ, могу сказать, как это сделать, но потом скажу, что почему этого делать не надо. Можно сделать, по законодательству это разрешается, можно сделать подгруппы КСГ, и, соответственно, вы, вот группа вот эта 34-я будет, сейчас она немножко по-другому носит название, но пускай это будет 34.1.1, вот с таким названием, с меньшим коэффициентом затраты емкости, оно будет дешевле стоить, потому что АФРС стоит дешевле, и это можно. А вот если сделать АФРС плюс, соответственно, ингибитора PCSK9, ее можно сделать уже существенно выше, и вы потом, имея сумму денег на область, которая у вас выделяется на данное направление, вы просто делаете разбивочку, что вот этих будет там, ну, к примеру, 100 пациентов, 100 КСГ будет использоваться, 70 будет сделано по более дешевой, 30 по более дорогой, это сделать можно, но мы столкнемся, не знаю, как у вас, с нашим территориальным фондом, мы с ним много различные игры играли, они скажут, что вот этот дешевый, это хорошо, мы здесь сокращаем, а вот дорогой вам вот квартиру мы сделаем так чуть-чуть вот поменьше. То есть выиграют все равно они в конечном итоге. Поэтому мы решили все-таки в такие игры государством не играть. Сколько бы мы денег не экономили государству, в конечном итоге эти деньги выводились из системы кардиологической помощи и уходили в систему совершенно других видов медицинской помощи. Ну и возвращаясь все-таки к пациентам, перенесшим острый коронарный синдром, кто получит максимальные выигрыши в результате вот этих последних исследований, которые были? Конечно же, пациенты с высоким уровнем холестерина или липопротеидов низкой плотности, больше 2,6, с сахарным диабетом, с перенесенным уже ранее реваскуляризацией в виде коронарного шунтирования, и пациенты с мультифокальным атеросклерозом, 3 сосудистых бассейна. А если вспомнить регистр РИЧ, который проводился лет 15 назад, и сравнить регистр КАПРИ, который тоже был очень похож, РИЧ был тогда в России, эта часть проводилась, а КАПРИ было такое большое исследование. Так вот, в КАПРИ трехсосудистое поражение вовлечение было у 20, с небольшим, 25% пациентов в Европе, а в Российской Федерации трехсосудистое вовлечение, 3 сосудистых бассейна, да, было в 36%. То есть практически на треть наши пациенты тяжелее, чем пациенты европейские. Ну и, наверное, по факту это именно так, именно по этой причине, что наши пациенты недолеченные, более тяжелые, они и умирают чаще и быстрее. Ну и по данным IMPROVE это высокий риск. И, соответственно, опять же, пациенты с реваскуляризацией. То есть то, о чем сегодня говорили, сахарный диабет, реваскуляризация и высокий уровень, нецелевой, далеко не целевой уровень холестерина или липопротеидов низкой плотности. Острый коронарный синдром, последняя рекомендация, на чем следует акцентировать внимание. Об этом сегодня уже неоднократно говорилось. Контроль. Акцентировать внимание на контроле. Через месяц-полтора после острого коронарного синдрома нам необходимо переоценить риски пациента. Вот вся наша система помощи, она настроена на том, что мы риск оцениваем как бы однократно. Пациент поступил в стационар, мы при поступлении посчитали ему ГРЭЙС. А дальше, если он ухудшается в течение там, ближайших часов, ГРЭЙС ему никто не пересчитывает, и зачастую в истории болезни никакой реакции на это нет. Нужно пересчитывать. Риски – это динамический процесс, и оценка рисков должна быть в динамике. Поэтому через 4-6 недель после острого коронарного синдрома мы переоцениваем риски и, соответственно, опять же, делаем оценку безопасности терапии статинами, корректируем дозы препаратов и так далее. И, соответственно, если не достигнуты целевые значения на фоне статинов и изотимиба, то через 4-6 недель мы спокойно можем рекомендовать комбинацию ингибиторов PCSK9. Критерии принятия решения об обеспечении пациентов. Еще раз.
быстро прогрессирующий атеросклероз. Действительно, все-таки же такие пациенты, они существуют в нашей практике. Если мы вспомним данные исследования... Забыл название исследования. Подскажет сопредседателя исследования, когда делалась виртуальная гистология. Не со статинами. То есть было показано, что в течение 3 лет 20% пациентов имеют повторные события. Да? Вот насколько он быстро прогрессирующий или не быстро за этот период времени? Проспект, исследование проспект, вот точно. Очень красивое исследование, вообще красивая публикация. Так вот, настолько все сделано было правильно людьми. Экстремально высокий риск. И, соответственно, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклеротическими и тяжелой гиперхолестеринемией. Правильно Леонид говорил, а что делать с пациентом, у которого... Виталий Викентьевич задавал вопрос. У пациента уже исходно базовый холестерин липопротеидов низкой плотности, там, около 5. Никогда мы ничего не достигнем. На какой бы статиновой терапии мы ему не назначали, даже в сочетании с азитимибом. Ну и механизмы обеспечения, региональная льгота. Сейчас, в принципе, теоретически это возможно. Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, и в большинстве регионов с этого и следующего года уже переходит на 12-месячный период льготы региональные. Мы уже перешли с мая месяца. У нас пациенты получают в течение 12 месяцев. Пациенты с сахарным диабетом, это тоже большая группа. И федеральная льгота инвалида любой группы инвалидности и, соответственно, другие льготные пациенты, которые имеют право на получение государственной социальной помощи. Ну и все-таки я решил этот слайд оставить, поскольку вопросы у врачей всегда возникают. Вот 1,4 это много снижения, там ниже 1,4. Вот наши польские коллеги пошли еще дальше. Они поставили меньше 0,9. Липопротеиды низкой плотности в своем консенсусном документе в экстремальном риске. То есть пациенты с множеством сердечно-сосудистыми событиями и или реваскуляризация, стентирование ствола, многососудистое стентирование в связи с многососудистым поражением, мультифокальный атеросклероз, прогрессирование атеросклероза, несмотря на достижение меньше 1,4. Просто логично, что будет, если 1,4 ты достиг, да, или там 1,3 у тебя, а у тебя опять коронарные события или там какое-то сосудистое событие. То есть люди пошли еще глубже, ну, не знаю, до какого уровня мы дойдем, когда-то его совсем не будет, мы его растворим. И, конечно же, терапевтический аферез. Он существует, он, конечно же, не занимает какие-то лидирующие позиции. Семейные гиперхолестерины гомозиготные. Наверное, да, однозначно, гетерозиготное тяжелое течение, и мы получаем хорошие результаты у таких пациентов, рефрактерная гиперхолестеринемия. Это наши предыдущие рекомендации, российские. Но вот я порылся в бумагах где-то лет 10 назад на Европейском конгрессе, мы показывали тогда наших пациентов, которые были на аферезе, и даже с таким количеством пациентов тогда это поставили в доклад. Вот. Но при помощи тогда розового статина, соответственно, 20 мг и афереза липопротеидов низкой плотности, целевые значения меньше 70 были у всех. То есть, в принципе, это возможно. Но, опять же, есть данное исследование Odyssey Escape, когда эффективность алирокумаба оценивалась в том числе частоты, в отношении частоты выполнения ЛПНП афереза у пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией и, в принципе, снижал, то есть назначение алирокумаба, более простое решение, снижало стандартизованную частоту афереза практически на 75%, и пациентов у большинства, 63%, удалось полностью отказаться от процедуры афереза. Процедура тоже не дешевая, но, по крайней мере, она есть в КСГ, ее можно использовать
не придумывая какие-то вот тяжелые входы и выходы. Ну, а это наша рабочая группа, наших кардиологов, наших липидных центров. Я думаю, что с этой командой можно все что угодно. Исправить любую дислипидемию. Спасибо. Спасибо. Ну, может быть, и не надо аллерокумабу тогда? А? Может быть, аллерокумаб не пригодится? Да. Коллеги, у нас с вами регламент, поэтому, Дмитрий Викторович, вы присаживайтесь. А, все. Да. Василию Васильевичу передаю слово. Он расскажет о опыте Кемеровского центра. Затем у нас появится возможность временная. Мы радовались вашему повествованию, любовались вами. Уважаемые коллеги, я продолжу то, что говорил Дмитрий Викторович, обозначив, наверное, какие-то аспекты нашего кемеровского опыта. Но сразу, это мой конфликт интересов. Хотелось бы сказать, что у нас истории создания липидного центра, наверное, не было. Впервые он появился в сентябре 2016 года приказом по учреждению Кемеровскому областному клиническому кардиологическому диспансеру после вот такой судьбоносной сессии Национального общества по изучению атеросклероза в 2015 году, когда было предложено показать, да, вот в регионах, как, собственно, можно на простейших каких-то организационных основах реализовать идею липидного кабинета. Что, собственно говоря, мы и попытались сделать. В самом низу обозначено, как у нас это работает. Работает очень просто. 0,25 ставки обычного кардиолога прием. Ведется два раза в неделю по 4 часа. И, соответственно, полностью в системе ОМС. Конечно, без всяких излишеств, которые не предусмотрены этой системой. И в настоящее время один у нас кардиолог-липидолог Наталья Васильевна Федоровна здесь присутствует. И потом, соответственно, мы выразим ей свою благодарность. Показания для направления в липидный центр, они, в общем-то, от самарских мало отличаются, потому что, опять же таки, мы их обсуждали тогда на сессии НОА. Собственно, это высокая дислипидемия, это ранний анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, непереносимость статинов и какие-то экспертные вопросы, любые, когда практикующие врачи сталкиваются с проблемами при лечении пациента с дислипидемиями. Хотелось бы отметить, что мы тоже не пользовались приказом по департаменту для маршрутизации пациентов. У нас в арсенале только информационное письмо, которое мы периодически обновляем по поликлиникам города Кемерово. И, в общем-то, этого информационного потока хватает для того, чтобы создать некий поток пациентов для липидолога и в течение вот уже 3 лет стабильно действующий прием 2 раза в неделю. Соответственно, одна из целей работы липидолога – это создание областного регистра пациентов с тяжелыми нарушениями липидного обмена, ну и, соответственно, передача этих данных затем уже в общероссийский регистр Ренессанс. В силу определенных проблем мы испытываем сейчас сложности с этим, но я думаю, что мы это дело решим. Это данные на начало 2019 года, в конце этого года, естественно, мы подведем такие же итоги за текущий год, но тем не менее хотелось бы сказать, что вот один липидолог успел принять более 450 пациентов, соответственно, довольно высокого сердечно-сосудистого риска. Конечно, это не все были пациенты для целевой консультации к липидологу. Вот здесь становится понятно, что были больны и, собственно говоря, без особых показаний, ну, которого на всякий случай отправляли терапевты и кардиологи для того, чтобы специалист, выделенный для этого, его лишний раз посмотрел. Кто-то вообще не нуждался в помощи липидолога, например, с какими-то нарушениями ритма. Но, к счастью, такие потоки становятся все меньше и меньше, зато явно вырисовываются потоки пациентов очень высокого риска и пациенты действительно с определенной или вероятной семейной гиперхолестеринемией по критериям DLC-NC. Соответственно, если вот посмотреть на этот слайд, то становится понятным, что действительно, вот как и было показано ранее в исследовании эссе, такие пациенты есть семейная гиперхолестеринемия, и пользуясь критериями датских, голландскими критериями, мы можем, собственно говоря, их установить, определить для них диспансерное наблюдение, активно воздействовать на процесс, пытаясь замедлить прогрессирование атеросклероза и в конечном итоге улучшить прогноз этой группы пациентов. В отношении портрета пациентов с семейной гиперхолестеринемией, ну, собственно говоря, то, что это чаще женщины, это да, тут, собственно, это видно. Тем не менее, в идеале, вот в Европе портрет такого пациента, это пациент с изолированным, выраженным фактором сердечно-сосудистого риска, высокими показателями липидограммы и, в общем-то, без каких-либо отягощенных анамнестических данных. У нас это не так. У нас, к сожалению, пока еще на прием к липидологу попадают пациенты, уже перенесшие сердечно-сосудистые события, вмешательства и, в общем-то, наверное, имеющие уже явно неблагоприятный прогноз, когда, ну, скажем так, у нас уже ограничены возможности по улучшению
конечного прогноза у таких пациентов. Конечно же, конечная цель вот такого консультативного приема – это получать пациентов до развития сердечно-сосудистых событий. Вот когда мы говорим, нужен или нет прием липидолога, вот специализированный, ну вот простейший пример, который, наверное, я не устану показывать, это, собственно говоря, как в реальной клинической практике обстоит дело с назначением пациентам с очень высоким сердечно-сосудистым риском, с семейной гиперхолестеринемией, с назначением для них этиотропной терапии. А обстоит крайне плачевно. И на вопрос, а могут ли вот все это делать терапевты, ну, наверное, могут, но почему-то не делают. Да, вот, собственно, о комбинированной терапии, ну, речь идет в единице случаях. Высокоинтенсивную статинотерапию, даже пациенты очень высокого риска получают, ну, менее чем в половине процента случаев наблюдения. Соответственно, конечно, многое, что делает липидолог, это просто оптимизирует терапию статинами за счет увеличения дозировки. И в принципе, для ряда пациентов это позволяет добиться целей. Вопрос, почему это не происходит в реальной клинической практике, наверное, остается без ответа, но ответ один – не происходит. Соответственно, наверное, вот такой консультативный прием, который может даже без каких-либо искусственных, скажем так, искусственных подборов комбинированной терапии, просто за счет увеличения и использования высокоинтенсивной статинотерапии, оптимизировать не только липидный профиль пациентов, которые нуждаются в этом, но и прогноз таких пациентов. И на самом деле вот большинство больных, которые у нас под наблюдением липидолога находится, мы используем в своем арсенале высокоинтенсивную статинотерапию аторвастатином, розовостатином. Следует отметить, что вот розовостатин, конечно же, понятно, что это один из самых мощных статинов в отношении действия на все фракции липидограммы, оптимизации их. Ну и, в общем-то, по результатам клинических исследований показал свою эффективность. Более того, вот субанализ, метаанализ исследований Voyager исследований показал, что, в общем-то, и пациенты могут получать и должны получать розовостатин как высокоинтенсивный статин и при вторичной профилактике. То есть, наверное, сейчас уже такой вопрос не стоит, формально отсутствие показаний для такого лечения в инструкции к препарату. Соответственно, это данные 2017 года, первые наши пациенты, действительно простейшие организационные подходы у большинства пациентов, которые попадали на консультацию, позволили добиться целей. Конечно же, четверть пациентов, ну, мы не достигали цели даже через 6 месяцев терапии, и вот это вот как раз пациенты, для оптимизации терапии за счет не только комбинации, но и присоединения ингибиторов PCSK9. И вот, собственно говоря, благодаря тому, что липидный центр наш создавался в сотрудничестве не только с практическим лечебным учреждением Кемеровским областным клиническим кардиологическим диспансером, но и в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом, вот Ольга Леонидовна Барбараш всяческую поддержку оказывала и оказывает этому центру, в том числе вот такую вот сугубо специфическую, тогда еще программа поисковых научных исследований Федерального агентства научных организаций существовала, и, в общем-то, несколько наших пациентов получали высокоинтенсивную терапию ингибиторами PCSK9 за счет средств вот такого сугубо, скажем так, научного источника, и, в общем-то, у всех этих пациентов, конечно же, удавалось добиться цели. Это результаты, которые мы представляли, в том числе в публикациях наших. На 67% от исходного уровня пациенты, у которых, ну, действительно тяжелые пациенты с определенным диагнозом, семейной гиперхолестеринемией, с крайне отягченным сердечно-сосудистым анамнезом, которые получали и статины, и зетимиб, так вот, дополнительное применение у них ингибиторов PCSK9, ну, позволяло оптимизировать параметры липидограммы, достоверно снижая, ну и, соответственно, влияет таким образом на прогноз. А проблемы наши такие же, как и в Самаре, собственно говоря, я вот не удивился, увидев слайд, хотя во многих аудиториях это вызывает, ну, закономерные сомнения, почему пациент, имея высокий сердечно-сосудистый риск, повторно не приходит на обследование. Удивительно, но тем не менее это так. 50% больных, увы, теряется для повторного наблюдения, несмотря на то, что все рекомендации им даются, и, в общем-то, наверное, они ориентированы в том, что следующий их приход может закончиться на реанимационной койке или, ну, вообще где-нибудь в ином мире. Тем не менее, вот все группы пациентов, надо сказать, что нет какого-то избирательного недохода пациентов из группы семейной гиперхолестеринемии или очень высокого сердечно-сосудистого риска. Все они не доходят. Это, конечно, повод для того, чтобы, ну, в дальнейшем, скажем так, оптимизировать работу с этими группами пациентами. Ну вот, пожалуй, о перспективах. Действительно, пока мы для себя нашли перспективы только в формировании потока пациентов на адресную помощь по назначению пациентам ингибиторов PCSK9, потому что источник, скажем так, финансов научный, он, ну, не безграничный, и в конце концов нельзя обеспечивать пациента на всю оставшуюся жизнь такими высокоэффективными препаратами. Одной пациентке наш департамент подтвердил
пока адресную помощь для получения длительной терапии ингибитором PCSK9 алирокумабом. Действительно, надо сказать, что это новая возможность для оптимизации у пациентов терапии. Хочу сказать, что в нашем липидном центре, помимо активного использования ингибиторов PCSK9, существует и опция ЛНП-афереза, которой мы тоже пользуемся, и тоже вот около 10 наших пациентов уже получали такой сеанс тоже за счет вот средств, которые научно-исследовательский институт в рамках программы поисковых научных исследований выделял специально для этого. Ну и, собственно говоря, иных вариантов и для афереза мы тоже, наверное, пока не находим, потому что той КСГ нам, конечно же, не хватит для обеспечения. Ну вот следует сказать, что вот по результатам проведения исследования DCI Outcomes, в общем-то, алирокумаб получил достойно, скажем так, завершение вот этого серии исследований Одиссей. Это уточнение показаний для применения препарата в реальной клинической практике, которая позволяет его использовать не только у пациентов, да, с диагнозом семейной гиперхолестеринемии, но и у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска. В завершении просто хотелось бы проиллюстрировать реальным клиническим примером, за что я благодарю Наталью Васильевну Федорову. Плановая консультация была у пациента 57 лет. В общем-то, он активно ни на что не жаловался, но вот дальше станет понятно, что, собственно, наверное, не самые радужные перспективы у этого пациента, потому что весь анамнез сердечно-сосудистых заболеваний у него начался крайне рано, в 41 год, и, собственно говоря, в 48 лет он уже перенес дважды инфаркт миокарда, имел в анамнезе аортокоронарное шунтирование, и симптомный периферический атеросклероз вызвал необходимостью провести вот ему восстановительную операцию на артериях нижних конечностей. Соответственно, какой-то коморбидности дополнительной у него не было, кроме вот наличия хронического вирусного гепатита, который без гепатоцеллюлярной недостаточности никак не влиял на активное назначение липидологом статинов и других препаратов. Но следует сказать, что это явно пациент был с наследственными нарушениями липидного обмена, потому что в ближайшие его родственники, родители погибли от сердечно-сосудистых осложнений, а вот один из сыновей уже сейчас имеет холестерин 11, что, понятно, не исключает генетической детерминации. Правда, надо сказать, что пока у нас в арсенале генетической диагностики собственной нет. Ну и внешние проявления семейной гиперхолестеринемии тоже присутствовали. По данным исследований фракция 27, как следствие двух инфарктов миокарда и, соответственно, признаки пока субклинического атеросклероза системы брахиоцефальных артерий. Но что следует сказать, что на протяжении всего вот жизненного пути пациента каких-то попыток значимо повлиять на прогноз за счет высокодозовой статинотерапии, опять же таки в реальной клинической практике врачи не предпринимали, ограничиваясь назначением дозировки розового статина 10 мг и 20 мг, которая чисто косметически влияла, как вы понимаете, исходя вот из этих анализов, на снижение или, скажем так, параметров липидограммы неоптимально. Ну вот наш специалист применяла в своей практике вот препарат Розукард, который себя достойно зарекомендовал в максимальной дозировке 40 мг и 10 мг. Тем не менее, несмотря вот на такую комбинацию, согласно всем рекомендациям, у пациента сохраняются явно высокие параметры липидограммы, пациент очень высокого, и, наверное, можно сказать, что это действительно больной с показаниями для стратификации в группу экстремально высокого сердечно-сосудистого риска, которая позволяет еще более агрессивно снижать параметры липидограммы. Ну, собственно говоря, не только этот пациент высокого риска, но и явно больной с определенным диагнозом семейной гиперхолестеринемии, хотя, собственно говоря, он мог такого и не иметь диагноза, но тем не менее, вот так вот он звучит, мы так его оформили. Конечно, это пациент с показанием для назначения ингибиторов PCSK9 и, в общем-то, документация для направления его на комиссию. К счастью, наш главный кардиолог области поддерживает вот наши инициативы, но не все от него зависит, потому что это деньги. Тем не менее, адресная помощь, конечно, такому пациенту показана. Мы будем очень рады, если второй больной у нас будет направлен вот в по такой маршрутизации, все-таки будет достойно улучшать свой прогноз за счет возможностей, которые предоставляет областной бюджет. Вот в заключение, это предпоследний слайд, я хотел бы обратить внимание, что действительно, резюмируя все, что здесь было сказано, мы не до конца в реальной клинической практике используем даже возможности статинотерапии, не говоря уже об эзитимибе. Это, к сожалению, проблема, что, собственно говоря, и постулирует необходимость выделения какого-то экспертного специалиста, который бы в том числе бы оптимизировал терапию до максимально возможной, и у ряда пациентов проблемы бы такие снимались. Но, тем не менее, наличие новых препаратов
пока еще, ну, скажем так, с неурегулированными возможностями для финансирования такой помощи, делает тем более необходимым существование экспертов территории, который может определить действительно показания для рациональной терапии, направить пациента на адресную помощь по федеральной или региональной квоте. Особенно если это пациент с мультифокальным атеросклерозом, понятно, семейной гиперхолестеринемией, с отягченным анамнезом или без такового, пациент с сахарным диабетом, о которых, собственно говоря, мы сегодня сказали. Все. И вот в завершение я хотел бы поблагодарить присутствующих, в том числе здесь Ольгу Леонидовну Барбараш, Сергея Анатольевича Макарова, главного врача и главного кардиолога Кузбасса, Наталью Васильевну Федорову, липидолога, который, собственно, все это и делает своими руками и своими выписками, и Марата Владиславовича Ежова за огромную помощь и вообще за энтузиазм в улучшении ситуации с дислипидемиями в Российской Федерации. Ну, спасибо, Василий Васильевич. Осталось теперь только Дмитрия Викторовича поблагодарить, чтобы уже все были отблагодарены. Коллеги, один вопрос есть возможность задать. Нет вопросов. Коллеги, может быть, у вас есть вопросы? Мне кажется, что очевидно все то, что вот мы сказали, и каких-то вот сомнений, ну, вот лично у меня нет, но мне кажется, и у собравшихся сегодня хочется поблагодарить. Спасибо. Коллеги, завершая симпозиум, я хочу еще раз сказать, мы посвятили его пациентам с острым инфарктом миокарда, но тем не менее все те постулаты, все те позиции, которые сегодня озвучены были, они абсолютно транслируются на пациентов с хроническими проявлениями атеросклероза. И многие, мы видим практически сами вершину айсберга, мы не видим сами порой те провоцирующие моменты, которые усложняют течение заболевания у того пациента, который перед нами. Марат Владиславович говорил о мультифокальном атеросклерозе, но мы ведь его не определяем у большинства пациентов. Он проявляется, как правило, уже ишемическими событиями. Я вела речь о сахарном диабете, еще одном состоянии, которое надо активно выявлять. Мы сегодня ни слова пока не сказали в отношении преемственности между стационарным и амбулаторным этапом, а это крайне важно. Эти пациенты должны уже на стационарном этапе понимать, куда они пойдут после выписки, к какому специалисту, какой липидный центр их готов принять. Ну и, наконец, сегодня есть инструменты, которые позволяют приблизить вот такую высокотехнологичную терапевтическую помощь, да, медикаментозную помощь конкретно нашим пациентам. Нам нужно только иметь активную социальную позицию введения этой категории пациентов. Я благодарю всех, кто принял участие, и благодаря аудитории. Надеюсь, что у нас с вами вместе получится. Спасибо.